Впервые об этнической экспансии на российскую землю я, как депутат, заговорил в 92-м году, проехав вдоль дальневосточных границ, когда увидел, что мы можем потерять Сибирь и Дальний Восток в течение 20-30 лет. 20 лет из этих 30 уже прошло. Если говорить о миграции, о нелегальной миграции, то бороться с этим надо грамотно, прежде всего искореняя бездельников и жуликов среди собственных граждан, занимающихся строительством, бизнесом. И тогда мы поймем, что проблема нелегальной миграции – это не только деньги и не столько деньги. Это наведение порядка в мозгах российской власти. А вот тогда будет ясно, нужны ваучеры или не нужны. Я бы, например, с удовольствием проплатил ваучеры, чтобы некоторые руководители российских федеральных ведомств покинули нашу страну.